Добрый день, девочки. Я Марина, город Назарово, Красноярский край. Просили меня показать про парники. Ну, что, где я начинаю посадку своих растений. Тут у меня стеллаж стоит в комнате. Ну, эта комната самая теплая в доме. Вот. Так. Вот самая нижняя полка. У меня здесь есть... Висит лампа, но она как 100-ваттная идет, потребляет. Но по мощности она что-то ватт 600. Так, здесь у меня тоже светильник приделанный. Девочки, все делала сама. Стенки у меня изопленом. Так, закрыто, чтобы отражение света шло. Вот здесь у меня все всходит. Когда все взошло, где-то через неделю я убираю в подвал. Пойдемте в подвал посмотрим. Так, еще, если у кого места мало и нет финансовых возможностей, я вот делаю иногда промежуточно, вот сюда убираю. Картонная коробка просто. И втянута она фольгой. Стоит лампа. У меня здесь. Ну, сейчас пока у меня здесь ничего нету. Так. Здесь у меня была спортивная комната детей. Видите, даже теннисный стол стоит. Лампы тут всякие разные у меня. Стеллажи все делала сама. Мужу некогда, он занят. Так. Лампы тоже собирала. Откуда могла. И сестра мне привозила, и дома где-то на крышах искала. Всякие разные, видите. Так, стены у меня здесь, вот, чтобы отражение света было лучше. Обтянуты тоже изопленом. Тоже сама прикручивала, приклеивала на скотч. Потому что стены холодные, подвал находится под землей. Еще окошко у меня маленькое, там теплица выходит тоже возле дома пристроена. Так, ну вот, все мои растюхи тут. Кто-то жаловался на базокот, вот я добавляю. Везде все растет, все нормально с базокотом. Лампы все разные. Так. Сейчас я вам покажу и эустомку пересаженную, которую в том видео мы пересаживали. Так, температура у меня. Вот и эустомка. Температура у меня здесь ночью. Вот градусник, это я сейчас снимаю утром, считай 12 дня. Ночью здесь 13-15, днем до 20, выше не поднимается. Вот. Хризантема. Так, виола там. Это... Так. Ну вот и все. До свидания. Будут какие-то вопросы, пишите комментарии.